Это, с одной стороны, красивое, с другой стороны, опасное явление можно было наблюдать сегодня утром в районе 10 часов. Над морем в считанные минуты образовалось сразу несколько гигантских воронок разных форм и размеров. Смерчи явление довольно частое на Черноморском побережье. Такие воронки появляются тогда, когда плотность воздуха над морем, то есть в нижнем слое, становится намного больше, чем в верхнем. Из-за сильного перепада давления воздуха заодно и воду засасывает вверх, в тучи. Смерч затягивает в себя много тонн воды, а затем громадным потоком обрушивает все это на берег. Добавлю, что опасность формирования смерчей над морем сохранится до утра 23 августа, сообщают синоптики.